праздничной обстановке в окружении самых близких 14-летние жители нашего округа получили самый главный документ – свой первый паспорт. С этим их поздравил глава Оленинского городского округа Станислав Катеров. Я вам желаю, чтобы вы были настоящими гражданами нашей страны, любили свою страну, прославляли ее. И все достижения, которые у вас здесь, несомненно, будут, вы точно так же связывали со своей страной и свое будущее, и свое настоящее. Получение паспорта в первый раз – одно из самых значимых событий в жизни каждого человека. Ребята с трепетом и волнением ждали этого дня. Мне очень приятно, то, что глава района выдал мне паспорт. Для меня это очень важно. Никита Михайлов хочет поддерживать мир и порядок в стране, поэтому мечтает служить в Федеральной службе безопасности. Он уже сейчас понимает, какие права и обязанности получил вместе с паспортом. Чтобы следить за собой, никаких поспешных действий не делать и нести ответственность уже сам. С получением паспорта подростки могут открывать счет в банке, работать по трудовому договору, путешествовать на разных видах транспорта без родителей и даже заселяться в гостиницу. Все это дает почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Олеся Мордвинова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ.